Добрый день всем труженикам, огородникам, цветочникам и не только. Хочу показать вам свою вот такую большуху. Из всех 33 тыквочек, которых я вырастила в этом году, она оказалась самая большая, 15 килограмм. И посмотрите, какая оказалась ненадежная. Видите, она уже начинает портиться. Надо быстренько спасать. Ну что, претендент на цукаты. Буду готовить цукаты. Ну вот я вырезала все, что начало портиться. Вот здесь наверху тоже было два пятнышка. Я вырезала. Вот эта часть, которую я вырезала. Остальное все прекрасно. Ну вот, всю тыквочку я порезала, пересмотрела, ничего больше плохого в ней не нашла. Так что вот какая она теперь вся хорошенькая и здоровенькая. Дальнейшие действия мои таковы. Тыква здесь у меня 1,5 кг, порезана на кубики сантиметр на сантиметр. Я отправлю в кастрюлю и засыплю сахаром 750 грамм и оставлю на ночь. Прошла ночь, точнее 10 часов. Тыква очень хорошо дала сок. В тыкву я положила 1 чайную ложку лимонной кислоты, 1 чайную ложку кардамона, 1 чайную ложку мускатного ореха, 1 чайную ложку корицы, цедру 1 лимона. Сейчас я кастрюлю поставлю на газ и проварю 2-3 минуты. Красоту я эту откинула на дуршлаг, переложила в отдельную емкость, а оставшийся сироп сейчас буду уваривать 5-7 минут. Потом тыквенные кубики горячим сиропом опять залью и оставлю, чтобы заготовка остыла. Снова откину тыкву на дуршлаг и повторю эти шаги 6-7 минут. Оставлю мякоть в дуршлаге, потом уже на 1-2 часа, чтобы жидкость полностью стекла, а потом уже в духовочку. Тыкву я разложила на пергамент, разогрела духовку до 100 градусов, приоткрыла немножко дверцу, и таким образом тыква будет сушиться в духовке 3-4 часа. Достала из духовочки, переложила на чистый пергамент и оставляю на сутки, так сказать, доходить. И вот сколько сиропа душистого и ароматного, 700 грамм. Свое любимое, а самое главное, домашнее лакомство. Я обваляла в смеси, которая состоит из 1 столовой ложки кукурузного крахмала и 3 столовых ложек сахарной пудры. Ну что, дорогие труженики, огородники, цветочники и не только, не быстро, но это очень вкусно. А я эти лакомства еще буду готовить как минимум 5 раз. Всем хорошего дня!